Пещера находится на глубине 10 метров под землей, недалеко от древнего города Иерихона, на западном берегу реки Иордан. На первый взгляд, в ней нет ничего особенного. Но, по мнению израильских археологов, это едва ли не самое большое открытие последних лет. По их предварительным оценкам, пещера может относиться еще ко временам Иисуса. Это самая большая пещера в Израиле, которая раньше была каменоломней. Мы полагаем, что это место было святым, поэтому разломанные здесь камни представляют большую ценность. По мнению археологов, из местных камней строили храмы и монастыри. Также ученых заинтересовала христианская символика. По ней есть возможность с точностью определить, к какому периоду относится пещера и как долго ее использовали. У этой пещеры очень интересная архитектура. Залы с поддерживающими колоннами. Также можно увидеть резьбу. Один рисунок похож на зодиак, другой, возможно, на флаг римского легиона. Еще есть и другие. Пока здесь только археологи и летучие мыши. Но в скором времени в эту пещеру на Святой Земле ожидается большой наплыв туристов.